третье место занимает он после короткой программы. И очень многое будет зависит от его произвольной. Мы помним прошлогодний чемпион Европы, когда, занимая 11 место после короткой, он сумел прыгнуть на пьедестал, стать в итоге бронзовым призером. Это самый большой его успех в карьере. Очень важно хорошее начало. Thank you.
Ну что ты скажешь, перефразируя слова известного спортсмена применительно к фигурному катанию, можно сказать, что порой пережить отличное выступление в короткой программе бывает сложнее, чем провальное. Но вот в данном случае, если накануне все начиналось для Константина очень здорово, он исполнил.